ZTE Blade A510 покажу, как сделать hard reset. Для этого нам нужно зажать кнопку сбоку увеличения громкости и кнопку питания. Держим. Отпускаем питание. Плюс держим. Высветилось меню. Качелька громкости вниз. Опускаемся до Wipe Data Factory Reset. Подтверждаем кнопкой включения. Опускаемся до Yes. Подтверждаем кнопкой включения. Пошел формат. Не забудьте выйти до сброса с Google аккаунта, иначе поймать ФРП блокировку. Так, все. Сброс произошел. Теперь можно перезагрузить телефон. На первом пункте так и оставляем. Нажимаем кнопку кратковременно питания или включение телефона. Все, телефон будет немножко дольше включаться после сброса. Ожидаем. На этом все.